Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуко Фэмили, и мы продолжаем проходить Half-Life. Теперь эпизод 2. Эпизод 1 мы прошли, так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, не забывайте про колокольчик, про лайки и репосты, рассказывать друзьям, а мы, в принципе, погрузимся в такую классную атмосферу, как Half-Life 2, эпизод 2. А по мере прохождение буду комментировать, но эпизод 2 мне запомнился, но в общем, по мере прохождения скажу плюсы и минусы данных впечатлений от этого эпизода. Так, в принципе, погоним. Сейчас я проверю настройки, чтобы не сбились. Ага. Сейчас, секундочку. Всем приятного просмотра. Ждем загрузки. Half-Life эпизод 2. Мы играем за Gordon Freeman. Так, в общем, игра началась. И начинается тупец. Так, подождите. Опа. Все красивенько. Опа. Ждем Алекс. Опа. Сейчас. Гордон? Гордон, слава богу, ты жив. Я должен Погоди. Был. Погоди, я помогу тебе выбраться. Не жив? Давай. Так, я сразу проверю консоль на всякий случай. Я не хочу рисковать. Ну, пока Надеюсь, консоль рабочая. Она не сломана. Угу. Отойди. О, звуки. Опа. Ныряю. Ого, я и забыла, какая у нее отдача. Держи гравипушку. Давай. У тебя лучше получается с ней общаться. Когда я решила, что потеряла тебя. Знаю, знаю. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Ну да. Ладно, надо двигаться дальше. Уверена, комбайны не оставят нас в покое. Буквально пару минут назад я слышала голоса вартигонтов. Может, они все еще поблизости? Нам предстоит долгая дорога. Помощь бы очень пригодилась. Ну, погнали. Помощь. Белую рощу. Белая роща, белая роща. Беззащитные шипы. Цитадель. О, боже. Что там происходит? Пипец там происходит, прикинь. Что это? Но. Фатальный лифт! Войны. Надеюсь, они не повторятся. Угу. Надейся. Раньше этого здесь не было. Здесь раньше вообще ничего не было. И чё? Подожди. Я повторю прикол.
А может, и не повторю. Ой. Я тоже хочу на кого-то на себя взять. Вперед. Нас шахта победы ждет. Погнали. Попробуем поговорить с папой. А с мамой можно? Почему только с папой? Папа с доктором Кляйнером находятся на старой ракетной базе к северу отсюда. Надеюсь, они все еще используют это число. Они хотят запустить... Ага, получилось. Ну что еще? Генератор. Посмотрим, удастся ли мне его починить. Ну, давай. Удиви нас, Алекс Бенс. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну и бардак. Придется повозиться. Да-да-да. Сейчас я тут новое сохранение пока создам. Пока... Если у тебя возникнут какие-то идеи, не стесняйся проверять. Не пойму, что я сделал, но это помогло. Ну, давай. Белая роща! Белая роща! Это Алекс Венс! Вы меня слышите? Белая роща, ответьте! Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной. Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу! Это просто невероятно! Не волнуйся, пап, с нами все в порядке. А вот с Цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если он наберет полную силу... Но повторится семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, Господи. Гордон, так вот для чего они отправляли эти данные. Чтобы... Данных? Из Цитадели? Мы были в зале управления. А. Они скармливали огромные пакеты данных в программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, неплохой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это происходит? В программе уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишили всех вещей, но скорее всего... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята! Только ради бога, будьте осторожны. Папа, связь прерывается. Ответь, папа, ты меня слышишь? Папа! Ох, нет. За нами по-прежнему погоня. Надо от них оторваться. Идем сюда. Доступ под уровнем. Валим. Воу. Так, делаем фокус-фокус. Шахта победа. Удачно, это сработало. Опа.
Это были жуткие твари. А, будь ну... осторожнее. Я жду здесь. Но ее эта хрень, кстати, уничтожит. Это как бы уже не секрет ни для кого. Работала? Да. Оу. Алекс Венс, что за беда стряслась? Фримен, ты невредим, и это доставляет мне радость. Но Алекс Венс попала в беду. Я в курсе, давай. Моих сил не хватит, чтобы ее исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Мои соплеменники встретят нас в подземном убежище. Надо скорее отнести ее туда. Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмется прокладывать нам дорогу. Придется, да. Поторопимся, Фримен. В глубине шахт нас ожидает помощь. Да, жесть. Ее состояние ухудшается. Окей, окей, подожди. Берегись, Рей. Римен, если можешь, прибавь прыть. Я отнесу ее к моим соплеменникам другой дорогой. Вот и загрузка. Блин, тут некоторые спорные моменты будут в плане головоломок, что просто обосраться. Так, а на какой нам этаж валить? Понятно. Вот и пистолет. Ага. Так. Ага.
Подожди-ка. Ё-моё. Твою мать. Ага. А подожди-ка. Ой, я помню эти пещеры, они меня вообще напрягали жутко. Эти пещеры. Они что, хпшки приносят? Серьезно? Нифига себе. Хпшки приносят. А я и не знал. Ну, значит, будут эти уже сволочи, да? Они жуткие сволочи, я скажу. Так. Не нравится мне этот звук. Ё-моё. Так, подожди-ка. Это я уже понял. Подожди, а... Дробовик полный, серьезно? Обосраться. Ага. И все равно я не могу попасть. Непонятно как, да? Подожди, а куда тогда топать? Еще вниз? Да ну нафиг. Или куда? Ёпарас, это еще вниз. Обосраться. Блин, капец просто. Револьвер. Твою мать. И нафиг я вообще стрелял? Капец вы, сволочи живучие, а? Обосраться. Откуда он стреляет?
вы чё, охерели совсем? Офигеть, охеревшие существа, а? Кто там? Хрен тебе! А не мои колеса, сучка. Так, подожди. Не сюда. А куда? Подожди. Подожди, а если не сюда, то куда? Понятно. Блять. Интересная движуха получается. Ребятки. Давай. Ага. Ну иди сюда, сука. Слабо. Бляха-муха. Ага. Ну давай. Они плавать не могут, они ж песчаные. Давай, ну. Ага. Все. Недолет. Блин, мне бы там патронов бы обратно набрать. А где там патроны были? Подожди. Патроны, патроны. Где же там патроны были? Подожди-ка. Патроны, патроны. Вот они. Так. Немножко запутались, да? Сюда, что ли? Ну, походу, что да. Куда ты пошел, сука? Вот же дрянь. Хрен тебе. Оу. Крови обнаружено, ОВИ. Вот пидораска. Они жесткие вообще. В смысле пистолет закончился? Вы гоните, что ли? Вот же сука. У меня пистолет закончился, мать его, так. Какая же долгая загрузка кольцо Вурта была, а? Оу. Ридли! Смотри, Ридли! Идиот. Это же Гордон Фримен. Партикон говорил, что он скоро появится. Доктор Фримен, Алекс Вэнстам. В
Форд пытается привести ее в чувство. Это жесткий момент будет. Блин, я помню, это жесткий момент будет. Это очень тяжелый момент. Понятно, туда забраться нельзя. Не знаю, пройдем мы его с первого раза, не пройдем. Этот непростой момент. Да. Так, подожди-ка. О, время. Вот это славно. Дух Алекс Венс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати. Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения льва. Если надо, там есть немного припасов. Патроны и аптечки. Которые я уже насобирал, да? Ну. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы просто и понятно, а, док? Эй, док! Ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Борт сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное не причинять вреда личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета, и те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойно, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да, вот там, где сейчас вор. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем. Надо защитить ворта. Офигеть. Док, ты когда-нибудь раньше видел муравьиных львов? Сюда, Шекли! Мы на провале. Все ничего, пока не лезут на одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебя пулеметы. Thank you.
Но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Львы в 24-м! Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Но... Да снимай ты его! Твою мать. Стоп. А... Так, в смысле, подожди. На моем счету не меньше десятка. Да мы каждый сняли по десятку, а их там сотни. Опа. Док, провал на тебе. 12-й! Мы на 24-м. И что было не так с этой дорогой? Да. Какие вы слабаки, а? Бинго. Вот так и бинго, блядь. И провал! И 24-й! Они лезут повсюду!
Бля, и что нам делать? Как я все туннели возьму на себя, вы идиоты? Сейчас будет тот черт. Три сигнала! Три сигнала! Откуда их столько? Мы не заценили опасность! Не сдаваться! Фух! Началось! О, Господи! Три сигнала! Это кошмар какой-то! Здоров, пацаны. А, конечно. Я так и знал. Я это просто Фрин. Хотел напугать тебя, Шек. Нам жаль, что мы пришли так поздно. Многие львы убиты. Но многие остались. Надо помочь, Алекс Бенц. Не сейчас. Приближаются львы. Мы их усмирим. А. Это сейчас типа движуха с ними будет. Вот черт! Огни повсюду! Бери любой тоннель! Лупа. Ты
Все. Истребили эту популяцию. Перейдем к следующему по важности делу. Ее раны тяжелы. Необходимо глубокое погружение в ворот. Нам требуется личиночный экстракт, да. Экстракт, да. Вот именно. Я отправлюсь в глубины гнезда, в священный нектарий. Но мне не проделать этот путь в одиночку. Мы должны остаться здесь, чтобы поддерживать жизнь в Алекс Венс. Фримен, прошу, отправляйся со мной. Возьми Фримена. Лучшего спутника не прервать. Отлично сказано. Да, вперед. А куда он? А куда топать-то? Выступай, док. Иди за вортом. Фримен, правда? Тебе надо идти. Подожди. А где там приколюхи были? Приколюх не было? Подожди. Вот же, блин. Сейчас я эту штучку с собой возьму. Патроны где-то взял. Ты, наверное, когда мы разрушали. Ну давай. Распоряжайся с этим телом, как знаешь. Иди. Ага. Снова у нас загрузочки. Подожди-ка. Подожди, а там что-нибудь было? Неприятный сюрприз. Ага. Есть такое дело. Прикончи их, время. Безвыжены. Теперь твоя очередь. Медленный выстрел. Да-да, мочи их. Я... Ну мочи, мочи. Давай. Да-да-да, продвигайся. О. А это далеко. Не, я не буду. К тому топать я не хотел. Тех, кто посягает на их гнезда, как мы с тобой.
А я будто, блядь, не знал, да? Извини за мат. Они не сразу, сволочи, дохнут, к сожалению. Бля. Чем дальше вы продвинетесь, тем сильнее они будут сопротивляться. Ну, логично. Логично. Жесткие типы. Ой, это жесткий тот момент. О! А как мне подняться? Понятно. Ну, патроны. Да ладно. Подожди, а как проломить? А, ну если только так. Подожди. По-моему, тут надо... Ага. Это умная загадка, из тех, решения которых славится, когда предвкушаю это зрелище. О! Куда дальше-то? Подожди. Чё, блядь? Это кто-то тут кого-то взорвал, да? Подожди. Хорошо, мы опустились. А дальше куда? Как обратно?
Подожди. Ты серьезно? Теперь нужно наоборот. Стоп. Ёпрасоте. Подожди. Ага. Интересно задумку сделали. Сволочи. Я бы сразу не догадался, что нужно именно так сделать, подожди. Опа-на. Да вот эти... Да бляха-муха, ну! Я просто не успел. Блин, ты серьезно? Опа, здравствуйте. Нифига себе, поворот. Благодарю. Наверное. Возможно. Чё за... Все прям молодцы. Так, подожди-ка. Что на сей раз принесет на бесконечные череда препятствий? Я не знаю. Нет. Не бойся, Фрида. Ага. Ой.
Валим, 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 валим. Жестко. Я знал, что истинное предназначение ям в том, чтобы из них выбирались фримены. Да ты шутник. Нам сюда получается, да? Ага. Это та самая дорога, которая вела в никуда, да? От слова походу. Ладно. Взгляни на той стороне пропасти. Это приспособление обещает дать нам перелишку в череде нескончаем, если Фримен согласен со мной. Давай отыщем путь в этот благословенный рай, полный вибраций. Устройство вибраций, как в мне сомнений, помнит время. Так, сейчас, по-моему, кто-то будет мешать, или кто-то будет мешать, твою мать. Крови обнаружено убить. Это плевательная сука. Интересно. Получается. Хрен тебе, а не мои подковы. Так, хорошо. Хорошо. Так, подожди-ка. Ага. Ага. Так, подожди-ка. А куда дальше? Вопрос. Да. Будь бдителен. На твою мать. Сука. Давайте, зомбяшки, идите сюда. Вот умная тварь. Привет! Он почти подъехал! Серьезно? Привет! Чересчур мало, чтобы пустить меня с собой. Поезжай! Я присоединюсь. Вернись, и что? Прости, братан.
дальше? Да ты крутой. Смотри, как они продолжают драться и не замечают, что у нас там уже нет. Все это очень занимательно, но нам не следует забывать, что мы здесь не развлечения ради. Надо спасти Алекс Венс. Надо, давай. Верный страх. Задача обещает быть не безинтересной. Присутствие стража означает, что неподалеку есть личинки. Стражи всегда охраняют молодняк. Логично, да? Так, чего там где? Так, логично. Там что-то есть, да? Надо взять другое направление. Аромат слышится уже не так явственно. Явственно. Неприятно хрустят под ногой. Под ногой? Загрузка. Загрузочки, загрузочки. Загрузки, загрузки. Так. А это что за момент? Каким-то образом спуститься. Так. Так. Кольцо Ворта. Кольцо Ворта. Так, подожди, сколько там по времени? Ага, это значит часик и 6. Так, ну еще можно чуть-чуть поиграть, чтобы стрим небольшим сделать. Так. Храбрый поступок, Фримен. Может быть, ты найдешь способ призвать меня к себе, когда окажешься в нижнем зале. Подожди, а почему? А. Помни, не убивай стража, иначе погубишь этот страх. Угу. Логично. Не убивай стража.
Подожди, а куда нам топать? Сюда? Подожди, куда? Сюда? Подожди, а куда тогда? И не сюда. Может, сюда? Ну да. Ё-моё, вот это... Воу. Внимание, крови обнаружено, ОВИ. Где эта сука? Тварь. А тут это к твари? Жопой жуй. Жесткий момент. Ой, как мне не нравится этот звук. Уху-ху-ху-ху. Я даже знаю, что сейчас будет. Так. Сейчас будет страж. Потому что я знаю. Наверное, сейчас все хотят сказать, откуда ты знаешь, да? Да вот знаю. Так, ты сломаешься? Давай. Валим, 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 валим. Жесть. Ого. А в какую сторону нам убегать? Твою мать! Обнаружено, ОВИ. А как мне пропустить, алло? В смысле, чё за глюк? Так, подожди, а как тогда? Если сюда, то куда тогда? Вот сюда? Так, подожди, если сюда. Тихо. Ага. Он типа нас не видит. Плохо дело. Может сюда? Где-то тут должен быть экстракт. Твою мать. Блядь, где? Сука. Он же его где-то, блядь, зачищал? Твою мать! Внимание! Крови обнаружено ОВИ. Система. Иди твою мать! Подожди, типа мы успели? А как отсюда выбраться? Это было крипово.
тебя, хуесос. Так, подожди-ка. В какую сторону? Блять! Внимание! Состояние критическое. Требуется ментол. Внимание! Крови обнаружено убийство. В смысле, блять? Что за пиздец? Ебануться. Это было крипово, крипово. И что делать? Понятно, этот... Тут, по-моему, искать нужно эти... Финтифлюшки, подожди. Тут... Отдай! Сука! Съесть он болтики хотел. Подожди-ка. Я чую, что Фримен уже внизу. Лифт поможет нам воссоединиться. Подожди, что-то еще. Одной детали не хватает, подожди. Так, подожди-ка, а какой деталь? Точнее, где эта деталь? Иди в жопу, подожди. Нет? Подожди, а где последняя деталь? О, что-то я не помню, где последняя деталь. Что-то у меня память отшибла, подожди. Серьезно? Она была тут? Или нет? Или нет? Подожди. Так, я не понял, я туплю? Или мы завели? Я начал спуск. Я дебил. Погнали. Совершенный аромат зовет. Иди за мной, Фриден. Я приведу нас к его источнику. И сделал самую сложную часть работы. Открыв нам путь в этой истине, жизнь Алекс Венс в надежных руках. Ну давай, тут уже чуть-чуть. Ну. Подожди. Ну. Погнали, чё?
Давай за мной, Фримен. Я в курсе. Алло. Ты идешь? Чувак. Какой объем экстракта. Какой крепкий аромат. Великолепно. Вот и наша добыча. Одну минуту. Забирай. Железистая жидкость прекрасного. Вернемся, Алекс Дэнс. Ну, погнали, Алекс Вэнс. Так, как раз вылечат, и на этом стрим закончим. Так. Поистине ты проявил себя героем, Фримен. Тебе есть черты, которые мы полагали присущи только вортигонтам. Львиноводство было древнейшим из наших занятий. Оно обеспечивало нас многими важными вещами, но превыше всего ценился этот экстракт. Он способен растворить ложные зависти, разделяющие. Все это ты увидишь воочию, когда... Когда мы дождемся загрузки, да. Смотрите! Экстракт! Да, чудотворный секрет. Скорее! Слейся с нами, когда мы выпьем, да, экстракт. Нужен человек. Согласен? Иди к нам, Фримен. Мы сплетем нить Фримена с ее нитью. Да. Идет очищение. Связь между вами похожа на связь вортигонта. Доктор Фримен, я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы, Тед, но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам. Были времена, когда мисс Вэнс для них ничего, а человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку... Я не привык, чтобы мои усилия пропадали, и я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок.
за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Она шевельнулась. Портформа приобрела целостность. Мы предотвратили неизмеримую потерю. Боже мой! Не шевелись. Ох, боже мой! Я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою Ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Сколько я была без сознания? Несколько часов. Часов? О, нам надо спешить. Еще немного. Но надо вернуться в Белую Рощу. От этого зависит все. Не бойся, мы покажем вам путь. А теперь осторожно попытайся подняться. Ого! Не знаю, что вы сделали. Но кажется, мне сильно повезло, что я осталась жива. Идем. Я покажу дорогу в Белую Рощу. Давай, Гордон. Становись рядом. Мы продолжим охоту за советниками. Прощайте. Безопасной дороги. Доброго пути. Удачи вам! Давай, Фримен! Сохраняйте классность! А это что, черт возьми, значит? А, понятия не имею. Гордон скинул в Артигон. Стиле в Артигонту. Ну да. Думаю, я уже могу идти сама. Дай попробую. Ну, иди. Немного покалывает, но... В целом ничего, порядок. Ага. Так. Сейчас я посмотрю, сколько там по времени. Ага. Так, ну отлично, в принципе. Мы можем отсюда закончить на сегодня. Сейчас я перезапишусь. Так, раз, два. Всем, в принципе, спасибо за внимание, что смотрели. Мы, ну, вот здесь остановимся, здесь продолжим в следующий раз. А всем спасибо за внимание, с вами был Казуку Фэмили, Вартигонт, Алекс Вэнс, увидимся в эпизоде втором в следующий раз. Всем спасибо за внимание, всем добра, тепла, заботы и уюта. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить интересные прохождения от нас. А всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока!